Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди Хоррор» мы посмотрим философский, собственно, хоррор под названием «Fibrillation», ссылку на который мне предоставил разработчик, за что ему большое спасибо. И знаете, судя по всему, это именно философская история наподобие той, что была в свое время в Dear Esther, потому что стандартные вот эти вот пугалки, выскакивающие из угла бабайки, уже успели поднадоесть. Давно уже хотелось чего-то эдакого, поэтому давайте посмотрим. Я несколько отзывов слышал по этой игре, практически все ее очень хвалят, поэтому давайте просвещаться. Мы не теряем сердце. Через это мы растратим себя, но наше внутреннее «я» будет обновляться день за днем. То, что мы видим временно, то, что мы не видим вечно. Как-то так перевел. Довольно было сложно это перевести. Спаси, сохрани свою силу. Хорошо. Что происходит? Слишком ярко. Откуда идет этот свет? Так, VSLD это стандартное управление. Хорошо. Что-то спереди у нас прорисовывается. Ну что это? Левый shift это бежать. What's up? Какого? Что за звуки? Почему это полиция или скорая скорее? Ёлки, что происходит? Так, ну хорошо, ладно. Пока что по ощущениям. Так, левая кнопка мыши это закрыть глаза. Ну хорошо. По ощущениям это что-то наподобие чистилища, что ли. Судя по тому, что мы слышали рев сирены скорой. Эй, что здесь происходит? Сказал он. И, видимо, вот это непонятное. И свет. Давайте же посмотрим. Эта полоса внизу, это выносливость, судя по всему. Что здесь происходит? Очень интересно сделана манера передвижения главного героя. Он еще где-то шаг делает после того, как ты отжимаешь кнопку двигаться в нужном направлении. И тут... What? Тут у нас что-то уже нехорошее, какая-то рябь неприятная на экране. Что за склад? Где мы находимся вообще? Ну давайте попробуем выбираться сюда. Твою дивизию. I'm totally tripping, man. I'll wake up at some point. Я говорю, точно, у меня глюки. Нужно проснуться. По-любому нужно проснуться. Что это такое было там? Так, нам нужно как-то обойти и подняться по этой лестнице, я чувствую. Какой-то непонятный склад совершенно. Не, ребят, это определенно нам делают сейчас искусственный массаж сердца. Пытаются привести в чувство. А мы это, в это время находимся в этом загробном месте. И будь я более таким парнем с философским уклоном, я бы сказал, что этот склад это груз нажитого за, собственно, жизнь. Но я не буду этого говорить. Потому что пока что я просто не понимаю, что происходит. Но согласитесь, это все просто прекрасно сделано. Так, уходим. Мне не нравятся эти звуки. Так.
Это что ж такое-то? Что произошло? Проморгайся, парень. Давайте сюда пойдем. Ох, жутко-то как. Совершенно неожиданно. Эта дверь, я так понимаю, ни за что не откроется. Пока что в чувство нас привести не получается. Кто плачет? Я не хочу туда идти. Но мне кажется, это будет правильно. Мэри, я тебя могу слышать. Что же творится? Вы видите, насколько это все необычно, да? Такое не каждый день увидишь. Где мы, совершенно непонятно. Но я, кажется, начинаю догадываться. Вам пока что не скажу, чтобы вы дали волю своему воображению. Кстати, очень напомнило SCP-87, помните? Именно структура этого колодца вниз точно такая же, как там. Полукруглые стенки, железная лестница. Ну ладно. По лестнице кто-то за мной идет, меня преследует. Ёлки. Да какого происходит? Что это? Где я? Ощущение вот именно одиночества и заброшенности, оно тут передается, как я не знаю, нигде до этого. Последний ориентир ближайший, это именно, наверное, Дирестер. Я не говорю, что эти игры похожи, они ни капли не похожи. Но что-то вот именно такое в подходе есть. То есть чувствуется какая-то вложенная душа. Не тупо за тобой гоняется спрайт, который называется Слендер. Это гораздо более примитивно. А вот именно какая-то тайна, загадка и качество исполнения. Я, конечно, пока мало видел, но уже могу сказать, что вот это вот не стыдно продавать за деньги, как тот же Дирестер. Что? О! Ой-ой-ой-ой, бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас выдохнусь. Давай, братюнь, давай. Давай. Давай сюда, да? Ой-ой-ой, быстрее, что это такое? Я даже знать не хочу. Ой-ой, оно уже близко. Я слышу его, слышу. Ёлки-палки. Я уже ничего не понимаю. Птицы, уйдите. Это какой-то кошмар. И мы опять попали в это белое марево. This dream is taking forever. Сон? Nightmare. Enough already. Enough. Этот сон уже слишком долго идет. Долбанный кошмар, хватит уже, хватит, говорит он. Но вы понимаете, да, что... О-о-о-о. Тут я, похоже... Ах, блин, я хотел хотя бы попытаться прыгнуть. Но там я что-то вижу. Пойдем. Че?
Что это там было такое? Господи, как же тревожно в этой игре. Вы просто понимаете, да, что вот этот вот лабиринт, хотя его лабиринтом назвать, он бесконечный. Он мне, кстати... Ох, не нравится мне этот звук. Мне напомнил лабиринт из фильма «Восставший из ада». Помните, там был бесконечный лабиринт, наполненный монстрами. Это было одно из самых страшных воспоминаний моего детства. Фильм в то время казался очень и очень страшным. Да что ж такое-то? Вот это вот что такое? Это та самая тварь. Это непонятный туман темный. Я пока не буду бегать, потому что если вдруг она окажется рядом, мне нужно будет улепетывать. Она все время кружит где-то поблизости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она рядом. Я сейчас укрусь в какую-то стену, что мне делать-то? Да, она тут не одна, похоже. Нет? Офигеть. Что-то виднеется, пойдем туда. Ох, как неспокойно-то, елки-палки. Но согласитесь, вот уровень исполнения, это же просто обалденный. То есть, не уровень, там инди-игры какой-то, собранный на коленке, ну, скажем, там за пару дней. А именно понятно, что тут потратили очень много времени и сил на создание. Ну, в смысле, по меркам инди-проекта, то есть, как минимум месяц. Куда же я иду-то, я не понял. Может, мне за этим электрическим звуком нужно идти? То есть я по звуку могу направление слышать? Но он все время уходит от меня. Я просто заблудился. Вот там какая-то лестница в небо. Ой-ой-ой. Так, аккуратно, только не влупиться в нее. Ой-ой-ой, не надо. О-о-о. Я пришел туда, где был это. Практически начало. Вы видели эти доски? Ребята, я не хочу ей попадаться на глаза. Ну куда же идти? У меня такое ощущение, что мне только... А вон там, похоже, выход. А вот. Ёлки. А! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нафиг. Нафиг такое. Сейчас она пройдет. Она не... Давай. Ой, как страшно. Давай, ты сможешь. Изображение вообще уже померкло. Давай, приходи в себя, братюнь. Куда нам нужно двигаться-то? Застряло. Нужно уходить. Так, тихо, аккуратно.
Здесь не так просто идти по прямой, как кажется. То есть герой постоянно двигается с инерцией, поэтому нужно быть поосторожнее. Я вроде нашел выход из этого лабиринта. Мы явно в операционной сейчас находимся. Наш герой, я имею в виду. Ой-ой-ой. Теперь-то что? Стена. И бескрайняя пустыня. Я так и не понял, пока для чего тут возможность моргать предусмотрена. Возможно, когда вот это марево было черное. Оно. Так, подожди. Отлично. Еще лестница. Фу, да чего же необычная, очень крутая и ни на что не похожая вещь. Такое сейчас редкость. Все друг друга копируют. Но, блин, это чувство неспокойное. Оно многого стоит. Тут еще, конечно, свою роль играет крайне хороший саунд. Твою мать, тихо, не падай. Нужно под ноги смотреть. Тут лестница вообще рухнула. О, темнота. Так, сядем поудобнее по такому случаю. Отлично. Теперь-то что? Я просто боюсь предположить. Мне это временами напоминает Silent Hill. Но только временами. Почему плачет Мэри? Возможно, мы вместе с ней попали в аварию. Да мы никуда не движемся. I've been here before. Я здесь уже бывал. Да-да-да. Бывал. Фу, так. Мне тоже, пожалуй, дышаться надо. Я что-то в нее играю, как в некоторые игры у меня получается играть. Вжав. Блин, я застрял. Ой, только не застревай, пожалуйста. Печалька. Все, выбился. Я аж подумал. Все по-новому сейчас начинать придется из-за мелкого бага. Но даже это продумали, его выдавило просто. Что там? И зачем дана возможность моргать? Ох, как темно-то. Если герой сам периодически моргает, вне зависимости... Вот, сейчас видели два раза подряд? Один раз я, один раз он сам моргнул. Что-то все темнее и темнее эти спуски, вы заметили? Но мы уже куда-то вообще в пучины спасают. Не уверен, что спасут, но... спасают. Что там, рентген, что ли?
Твою-то дивизию? Куда я попал опять? This place looks real enough. Это место вполне реальным выглядит, сказал он. Я бы с ним. Damn birds! Долбаные птицы, вы что делаете? Shit!